Я сейчас не могу говорить о законности или незаконности изгнания того или иного, этого, иного наблюдателя. Значит, есть, скажем, факты, когда прибывают наблюдатели, значит, председатель УИКа проверяет документы, но эти же наблюдатели от этих партий уже присутствуют на этих участках. Поэтому, соответственно, это даже не наш вопрос, и мы в данном случае смотрим, если никаких нарушений нет, тогда и мер никаких не предпринимаем. Но, тем не менее, мы в обязательном случае любую информацию регистрируем для того, чтобы в дальнейшем еще раз внимательно посмотреть и вынести уже решение процессуальное, то есть есть ли там какой-то состав или нет состава.